Всем привет, меня зовут Ксюша, и расскажу вам про мягкую белочку из мультфильма «Ледниковый период». Купи ребенку ТВ. Это белка-самка из мультфильма «Ледниковый период». Она очень мягкая и приятная на ощупь. У нее есть такой вот пушистый мягкий хвостик. Также у нее есть лапки, носик, ротик с двумя зубками и выразительные голубые глаза. Белочка станет отличным подарком для вашего ребенка. Пока, друзья, смотрите купиребенку.тв. Купи ребенку ТВ.